Непогода обрушилась сразу же на несколько регионов страны. Всему виной обширный циклон. Он принес шквальный ветер до 30 метров в секунду и гололедицу. На севере страны за сутки уже выпала декадная норма осадков. На дорогах скользко, видимость нулевая. Бушует сильный ветер в столице. Скорость такая, что не выдерживают деревья и кровли зданий. Повреждены местами электропровода. На расчистку дорог и последствия стихии брошена вся коммунальная техника. Айгуль Мантаева расскажет детали. Двое мужчин в Хромтауском районе Актюбинской области вышли проверить скот и заблудились. Всему виной буран, сугробы выросли буквально за ночь. Автомобили оказались в снежном плену. Пассажиры не справились самостоятельно, спасатели пришли на помощь. Ограничено движение транспортных средств на 5 участках. Республиканского значения это Актюбе, Атырау, Астрахань, от города Актюбе до поселка Караулкельда. И Самара, Шымкент у нас. Тоже ограничение это от города Актюбе до поселка Карабутах. Метель разбушевалась и в центральной части Казахстана. Видимость нулевая. У местных спасателей аврал. В Осакаровском районе Карагандинской области недалеко от села Степное чуть не замерзли 7 человек с детьми. Честники подоспели вовремя, кое-где даже потух свет. В кратчайшие сроки будут устранены все отключения по электроснабжению. Ситуация находится на контроле. На севере страны ситуация еще хуже. За сутки выпало больше среднедекадной нормы, а затем резко ударил мороз. Больше сотни человек получили травмы из-за сильнейшего гололеда. Регион превратился в огромный каток. Устоять на ногах порой просто невозможно. Машины заносит и разворачивает. Есть столкновения. Шестерых горожан врачи госпитализировали серьезными травмами. Отмечается усиление режима в травмпункте. 44 переломы, 46 ушибов, ДТП, наложено больше 50 повязок гипсовых. Советуем выбирать правильную обувь. Первая жертва из-за непогоды в Павлодаре. На 67-летнюю женщину во дворе дома упал тополь. С многочисленными травмами пенсионерку оперативно увезли на скорой, но спасти жизнь павлодарки не удалось. Травмы несовместимы с жизнью. Это множественные переломы, переломы голеней обеих, переломы тазобедренного сустава, перелом позвоночника закрытый. Зарегистрировано 15 фактов срыва кровли. В городе Павлодар, Экибастуз, Аксу, Байноульском, Ахтубайском районе произошло 28 фактов отключения электроэнергии. Ветер такой силы, что сбивает с ног. Это уже в столице. 112 сообщает о рекордной скорости до 30 метров в секунду, что срывало контейнеры. Чья машина? Смотрите, с московской мусорка улетела. Летела кровля с высоток. Не выдерживали даже беседки на детских площадках. Незапланированная дистанционка сегодня у школьников с нулевой по седьмой классы. Ограничено движение на близлежащих трассах. Задержаны рейсы из Алматы, Кызылорды, Актау-Уральска. Опаздывают и самолеты международных направлений. Темень не только на улицах Астаны, но и дома. Из-за порывистого ветра часть столицы осталась без света. Блэкаут зафиксирован в основном на правом берегу этой районы Сарыарка и Алматы, а также юго-восток. Тем временем синоптики предупреждают, такая погода сохранится еще два дня. Берегите себя. Айгуль Амантаева, Айбек Акшулаков, Хабар.